29 февраля депутат Законодательного собрания Приморского края Сергей Слепченко привез во Владивосток обращение к главе правительства Российской Федерации Владимиру Путину. Под обращением подписалось около 15 тысяч человек, жители города Дальнегорска и Тернейского района Приморья. Мы, во-первых, верим, что реальным кандидатом, который является Путин Владимир Владимирович, он действительно станет президентом. И мы верим, что именно этот человек способен реализовать все те программы, по которым мы обратились. Именно он может сделать качественный рывок по развитию Северного Приморья. 15 тысяч жителей, а это примерно каждый третий, проживающий в Северном Приморье, выразили готовность участвовать в развитии Российского Дальнего Востока и попросили у главы правительства Российской Федерации поддержки и помощи в решении вопросов, необходимых для роста благополучия в северных территориях. Наказ для премьер-министра был передан руководителю региональной общественной приемной Путина в Приморском крае Татьяне Заболотной для отправки в Москву Владимиру Путину. Вот в этих обращениях, это конкретные меры, конкретные предложения для улучшения социального развития северных территорий. Для того, чтобы пошли туда финансовые средства, безусловно, нужно обосновать программами. И люди сегодня напрямую участвуют в этих программах. В обращении говорится о специфике Дальнего Востока России вообще и Северного Приморья в частности, о важности приморских территорий для России и о проблемах, связанных с проживанием на удаленных территориях края.